как должна выглядеть главная площадь Чебоксар. В разное время разные зодчие представляли на суд горожан разные проекты. Среди них специалисты с мировым именем, например, испанский архитектор Хосе Сибильо. Но дальше бумаги дело не пошло. Красная площадь до сих пор ждет перемен. И перемены на подходе. По плану архитекторов Чуваш-Гражданпроекта Красную площадь поделят на несколько зон. Около театра будут проходить только парады и шествия, а местом культурно-массовых мероприятий станет территория около воды. Вот эта вот вся площадка нижняя, да, она тоже достаточно вместимая. Вот, она приобретает форму такого амфитеатра. В средней части это те ступени, которые мы здесь по вертикалке площади будем иметь, а по флангам здесь устраиваем такие перепаты деревянные, удобные. Площадь выложат гранитными плитами, в них же планируют вмонтировать сухой фонтан. По бокам архитекторы планируют обустроить еще две зоны – западную и восточную. Продолжая тему краеведческого музея, наполняем здесь этот квадрат открытой экспозицией музейной, зафиксированы в исторических наших архивных материалах древняя церковь. Там место ее посадки, расположение, оно четко у нас имеется. И мы хотим обозначить это место в уровне покрытия, контурами этой бывшей церкви. Торговые палатки города мастеров обновят, обустроят кафе и площадки для отдыха, установят колесо обозрения и высадят деревья и кустарники. Мы закончили концептуальную часть разработки Красной площади. Мы ее согласовали со всеми службами. Документацию сейчас форсируем, выдаем как можно оперативнее. Вот наша задача. Чтобы как бы задерживать, да? Чтобы у города была возможность на полную использовать документацию для реализации максимально в этом случае.